всем привет, дорогие друзья! Сегодня будет пятая часть того, что этот... сегодня будет пятая часть... Пятая часть уже вышла. Сейчас я буду рассказывать про все местоположения кассет, потому что в третьей части я не смог этого сделать, потому что времени не хватило, но я сам в этом виноват. Я еще и не так сделал. Короче... Погнали. Погоди. Итак, первая кассета находится тут. Она самая обычная. Там ничего нет. Вторая – это про пиццу. Третья находится на крыше. Она... в общем, про нее рассказывать много лучше не надо. Так. Четвертая кассета находится тут. Итак, что это за песня, я не помню, конечно, но зато это песня. Так, с стартовой позиции покончим. Дальше у нас идет, короче, парковка. Там есть две обычных кассеты и одна секретная. Одна находится тут. Вторая находится на крыше. Итак, это мы выкидываем. И третья находится на этом дереве. До туда можно добраться с помощью спрея. Ну, это, конечно, круто. Кстати, я скин забыл. А еще 2 июня видео не будет. Ну, просто потому, что у меня ДР. День рождения. 2 июня, день рождения, видео не будет. Так вот, с помощью красного спрея забираем вот эту кассету. Все. Дальше. Вот тут. Две. Одну уже... Одна находится под этой ступенькой. Ее уже украли. Она желтенькая. Вот он. Вторую тоже уже забрали. Она находится тут. Да. Тут еще одна кассета находится вот тут вот. И еще одна вот тут вот. А выглядит она вот так. Теперь к зданию перейдем. Одна кассета находится либо тут, либо тут. В моем случае тут. Дальше. Эта кассета находится вот тут вот. Так. Так.
Так вот, еще есть вот это вот. Еще одна находится вот тут. Вот такая вот. Пустая? Нет, не пустая. Дальше вот тут вот. Вот тут. Ну я просто тут оставлю. А дальше. Надо сзади искать. Вот.
Стоп, еще одна находится вот тут вот. Вот тут вот. Вот так она будет лежать. И... Понятно. Ага, спасибо. Теперь эту штуку отсюда не достать. Опа. Да ё-моё, отстань. Вот, наконец-то. Ага. Ура, мне чай принесли. Правда, не учли, что я снимаю, но это пофиг, это... Это ничего страшного. Кстати, если каких-то кассет не будет, то... Ну, именно в здании, вот в этом вот во всем. То это значит, что не все этажи сгенерировались. А чтобы все сгенерировались, нужен специальный режим. Синенький такой. Но его не обязательно. Его вообще лучше не включать, если этот. Я надеюсь, он же не обратно запахал. Ладно. Лучше все-таки эту штуку не включать. Надо... Короче, если в других местах нет, то это значит, что либо кто-то другой взял. Либо я не знаю. Если вы сами что-то там не взяли, то это... Короче, мы тут не виноваты. Есть еще две. А, нет, даже четыре. Но о них в конце. Теперь надо вот тут вот сюда идти. Дальше вот тут вот. Тут надо аккуратно, потому что оно может упасть, если разбить стекло. Еще пять наверху находится. А, нет, туда все-таки надо. Да как? Ладно. Берем, значит. И скидываем.
Но это еще не все. Еще есть 4 кассеты, которые тут вот находятся. А это. Вот тут вот где-то должна быть синяя кассета. Еще одна находится вот тут вот на подоконнике. И еще две вот тут вот. Одна вот эта. И последняя кассета, которую вы возьмете, будет загораться красным цветом. Это значит, что кассету... для того, чтобы кассета засчиталась, ее достаточно взять в руки и отпустить. Можно даже не слушать. Ну а для съемок... короче, спасибо за помощь моему другу Руслану. Он помогает мне. И вообще его тоже надо поддержать подпиской. Надеюсь, вы это сделаете. На этом все. Всем пока.